Снова я вас приветствую, говорю как Йода, и вы, наверное, поняли, что с вами я, Алексей. Да-да, именно я. Такой сексуальным голосом. Пародирующий не знаю кого даже своим голосом. Какого-нибудь ЛГБТ-представителя. Я не берусь даже говорить, какому крылу, какой букве из аббревиатуры ЛГБТ я принадлежу. Пожалуй, к любителю анальных удовольствий. Хотя, ну, тогда, значит, не к букве L, а к букве B, G или T. А стоп, а там, короче, бисексуалы, геи и транссексуалы. Ну, транссексуалы это у которых пенисов нет, поэтому, ну, наверное, нету пенисов. Ну, там разные бывают. Даже так, значит. Ну, я на самом-то деле не знаю. Вот это те, у которых пенисов нет. Если те, у которых пенисов нет, транссексуалы, то я к ним не могу относиться, потому что у меня есть пенис. И как бы... Я горжусь этим. У меня есть пенис, и я горжусь этим. Вот как. Так, давайте, значит, на расслабоне. Дальше. Давайте жить дружно. Давайте дружить пиписками. Ну, убей уже. Убей. Есть типа такой «Обей!» Типа «Повинуйся!» А я говорю «Убей!» 36 уровень. Кстати, стрекозки, они же слабые очень. Почему я их не убиваю? Да, совсем забыл, что они типа слабые. Так. Health Potion. Pop Potion. А, стоп! А телекинез! Телекинез-то у нас есть, да. Не могу. Как это не могу? А как его тогда применять? Вот оно как. Вот в каком радиусе я типа могу что-то поднимать. Ясно. Ясно, ясно. Ну, в общем, он нам пригодится в тех местах, где очень сложно будет. Ну, в общем, телекинез это хорошая штука. Хорошая штука. Смотри. Вот, например, здесь. Click to confirm. Magic potion. Magic potion. Magic potion. Все-таки иногда нужно убивать мобов. А, блин, а я и так мог все здесь забрать. Вот здесь я-то... А там как? Там как? Покакаю потом, конечно. Не знаю. Как мне туда пройти? Вот в чем вопрос. А, я тут могу типа сквозь призраков и всего остального пройти. Чё-то мне даже 150 от хила не хватает особо. Ну да, зачем я ману только тратил, если все равно пришлось и туда пройти. Знал бы. Слушайте, может еще в магии там, чтобы типа разведать всю карту и все такое. Это было бы прикольно. Мне нравится этот рогалик. Так. Он, конечно, не медовый, но все же. Ой, точно, здесь же... Хотя черепаха не самый сильный моб. Ну, попробуем. Чё-то долго мы ее убивали. Тут уже какие-то арморы просто бешеные даются. Так я долго не продержусь. Так.
Так, а тут интересная вещь. Ну, тут я справлюсь со всеми. Раз. Я чувствую, я тут столько поушенов наберу, что мне их надолго хватит. Я уже их очень много набрал. Так, Silver Gauntlets. Плюс я еще попродаю все это. Вот эта вот штука отжирающая. Но мне нужно какие-то ингредиенты найти, которые больше атаки будут добавлять. И, собственно, сами вещи, которые будут больше атаки добавлять. В общем, мне нужна атака, вы поняли все. Вы все поняли, а? 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 Ага. Ага-ха-ха. Убиваем мы. Ага. Так. Ну, не знаю, этого тоже можно убить. И этого можно убить. Так кого угодно можно убить, если сильно постараться. Тролли-какашки, вы не ошиблись. Только что мы подняли тролли-какашки. И прозвучал веселый звук. Но все знают, что тролли-какашки, в общем-то, если ты видишь, то надо бежать. Потому что тролль в своей какашке золото, в общем-то, засовывает, чтобы приманивать путников. И, в общем, так он ловит путников всяких и съедает их. Вот от этого и появился троллинг. То есть тролль, он тоже... типа обманывает всяких других людей, чтобы им сделать плохо. В общем, можете почитать на английском вот это вот. Там не про тролли какашки, но тем не менее. О, мы получили вот эту вот штуку, то есть этот цветок, который нам может пригодиться. Очень даже может пригодиться. И также мы получили очень большой Great Sword, у которого очень много атаки. Я думаю, что его количество атаки все-таки перевешивает минусы от того, что мы потеряем типа силу магии. Можно, конечно, будет и менять типа мечи и все такое, но не знаю. Смотрите, по 70, это неплохо. Сюда мы не пойдем, да. А вопрос, мы типа все уже исследовали? Офигеть. Да. Эх, да, парадигм забыл. Уже 38-й, мы так и до 40-го сейчас дойдем. Ну, кто бы сомневался, что мы дойдем до 40-го. Вы сомневались? Я никогда не сомневался в своих силах. Поэтому я до сих пор жил. Так, ну видите, мы теперь по 140 хилимся. Это, конечно, очень печально. Очень плохо, я бы сказал. Но зато легче убивать всяких супостатов. О, этих мы с одного удара убиваем. Это преимущество. Мы можем за счет них маны понабирать. И дополнительно отхиливаться, в общем-то. А, нет, не с одного удара, к сожалению. Так, health potion. Health potion. Potion. Да. Больше атаки, богу. Атаки. Товарищи. Сохраняйте спокойствие. Только спокойствие. Мне нужны ингредиенты и больше ничего. Кстати, как это ни странно, но вот эти вот маленькие сундучки, они бывают даже полезнее более крутых сундуков. Потому что если нужный ингредиент выпадет, то ты сможешь усилить свое оружие. А усиление оружия это иногда лучше, чем какой-то предмет неусиленный и плохой вообще. Вы поняли. Так, убей уже этого титана. Да. Сила наполняет меня. Сила анальных наслаждений и карания. Сила власти над жизнями бездушных мобов. Как-то так. И музыка, кстати, меня мотивирует именно на такие мысли. Видите, она какая-то такая... эпичная стала такая, имперская, ужас. Так.
О, тут собачка. Пёсель. А как этого пёселя зовут? Это похоже на хаски. Ну, в общем, это этот... Хатика. Да, Хатика. Мать, умри, Хатика, сволочь. Лайк за то, что я убил Хатика. Лайк. Ненавижу Хатика. Я, короче, это на самом деле ненавижу Хатика, так что... Короче, не ставьте дизлайка, пожалуйста. Я не смотрел просто этот фильм вообще. И не понимаю ваших девственных чувств. Я вообще девственниц не понимаю. Так, хаски. Хаски трахнем без смазки. Тут кто-то еще есть такой интересный? О, стоп, сундучело. 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 Так, осторожней. А тут-то что? А, тут все открыто. Все включено, все открыто. О, уже 40-й уровень. Офигеть, видите? Капец, я мастер этой игры. Hey, you new face, hope you staying safe. Типа, ты останешься в безопасности. В смысле, staying. Ну, staying, типа, да, стоять или что-то там. Или будешь в безопасности. Name Socaru, I used to explore this cave like yourself, but quit after a close call. Что? The cat's patch. She seems to like her plenty of mice, you know. The on the cave, типа конец пещеры, я не знаю, где хоть один находится или что-то. Удачи, to you, anyway, true, что-то там такое. И тут у нас новые... Например, вот талик дает шанс уклонения. То есть мы можем сами зачаровывать предметы на шанс уклонения. Именно так. Просто и со вкусом. И, кстати, тут не продается оружие. Реально не продается оружие. Реально не продается оружие. То есть уже оружие здесь никакого не купишь. Мифриловые кнайфы. Ну, давайте попродаем их все. И Сильвер Культасы, потому что это не мой тип оружия. Флинт Хелмт. Пофиг, Фангус Хелмт, это один из лучших вообще капюшончиков. Стоун Армор. Регал эта штука. Вот это тоже продаем, потому что оно уже устарело. Knight Houses. Не знаю, 20 защиты это, конечно, мощно. Очень мощно. Я, возможно, бы их взял. Просто один маны там или 20 защиты. Оставим их. Если что, можно их сделать, типа, неуязвимыми. Ну, то есть, оставить их себе и потом продать. Silver Bots. Knight Bots. Вот теперь Silver Bots себе оставим. Jungle Sandals, это уже устарело. Mage Sandals. Тоже устарело на самом-то деле. Если уже менять, то на Silver Sandals. Или как они там? Silver Bots, да. Silver Gauntlets, ну это не то. 10 и 7. Может пригодятся, пусть будут. Спарк Ринг. Он уже устарел полностью, поэтому давайте его продадим. Вот этот, ну не знаю. Этот можно и оставить, возможно. У нас же есть набор тех колец. Файн Сильвер Ринг. Тоже довольно дорогой, я смотрю. Сапфир Ринг. Сапфиринг! Как-то так. О, вот эту вот штуку точно надо сделать неуязвимой, потому что вы помните, нам типа ее нужно доставить.
Но тут, видите, ХП реген есть. То есть, если мы найдем еще какую-то, то нужно будет с помощью этой штуки зачаровать какой-то из своих предметов. МП реген, малахит, винт атак, винт дефенс. Такое нам не нужно, поэтому продаем нафиг. Краб даст. Голд бонус нас не интересует. Вот. Троу пуп. Типа ХП рестор. Ну, не знаю. Блин, тролля какашка штука неплохая. Можно... А, у нее есть ХП реген. У нее есть ХП реген. Окей. Ну, не знаю, 10 уровней мы протянем или нет. Как вы думаете? Так, ну давайте закупимся. Была не была. Может, мы вообще тут все попроходим нафиг? Я так подумал, учитывая мои успехи, я могу запросто пройти всю игру. Ветри, стоп, я не продал это все говно. Ветри надо продать. Да. И вот это вот Fine Chain Mail, по-моему, тоже не очень хорошая штука. Две штуки оба продадим. И у нас все равно 4000. Так, теперь. Энчантим. Энчант, энчант. ХП реген. Да, 4. И, допустим, вот еще даем. И 3. 4, 5, 6, 7. 7 ХП регена. Или же... Стоп, мы сможем еще куда-то всунуть МП реген? Нет, тогда МП реген лучше, наверное. Или нет? Нет, давайте ХП реген. МП реген оставим как-нибудь на потом. Энчантинг. Так, 2. 3, 3. 2 и 2. Давайте-ка защиту заменим на МП реген. Так, а здесь дефенс. Все. Вот так вот сойдет, наверное. Хотя не знаю, защиту, конечно. В ущерб защите все это. Ой, тут вообще что-то. Давайте подхилимся и попробуем с кем-то подраться хотя бы. Тут. О, больно они бьют. Ой, больно. Ой, как мне больно. Ай, ай, ай. Ну вы поняли. Блин, они ж, по-моему, неуязвимы к этому всему. Их надо огнем фигачить, наверное. А у меня тут как раз... Хотя вот это вот, я думаю, зафигачу этим. Что, только на одну битву работает? Но как же так? Но здесь надо быть уже внимательными нам. Мы просрём скоро все поушены, я в этом уверен. Сюда нам по-любому надо идти, поэтому мы делаем как? Вот это вот, по-моему, и ману восстанавливает, и здоровье, да? А вот это повышает, в общем-то, защиту. Ну, с повышением защиты, возможно, мы хаски завалим. Так, завалили хаски с повышением защиты. А, я ж еще не вкачал, типа, чтобы на два боя эта вся фигня действовала. Тут и эти великаны, и кого только нет. Нет, пойдемте просто вниз. Постараемся как можно дальше вниз зайти и найти там какие-то артефакты нужные нам. Все. Я решил. Я решил, а если я решил, то меня остановить невозможно. Так.
Ой, тут светлячок, ну. Ща. Смотрите, как мы его нокаутируем. Сильвер Ринг, вы издеваетесь? Тут же монстры посложнее, чем там. А дают тут нифига не лучше, чем там. Так. Так, может, здесь дадут. О, Knight Shield 30 защиты. Не, ну... Это без вариантов. Да. Это без вариантов. Какая... Я где-то эту музыку слышал, реально. Смогу ли я? Смогу ли я тебя убить? Зараза ты такая. Ай, чуть ли не сдулся. Вы прикиньте, я чуть не сдох. И ради чего? Не ради чего я не... То есть я сдох ради ничего. Или не ради чего сдох. А эта штука, она вообще... У нее 162 атаки. 162, вы представляете? Это за гранью понимания. Penguin Fit. О, да, Magic Potion. Magic Potion. Combo. Combo Magic Potions. Да, ингредиенты. Ice. В общем, сосулька. Айс, дерьмо. О, тут есть проход. Это было экстремально. Хорошо, что у меня накрафчено тут. Crafted potion. Раз, два... Вот еще, типа. Хотя этих и так 5, то есть все нормально тут. И Small Health Potion, да. Надо, в общем, Potion нам качать. Давайте попробуем, типа, вкачаться. Пятерочку жмем. 150 это, конечно, неплохое количество хитпоинтов. Но у нас защита маленькая и атаки тоже не хватает. У нас реально ничего не хватает. Для убийства этих супостатов. Гадские хаски. Трахнем хаски без смазки. О да. Что мы здесь возьмем? Пожалуй, атаку. Потому что, как вы видите, то есть... магии нам дается, короче, силы магии. С получением уровня там есть вот эти вот перки. По 2 единицы. А вот атаки и защиты дается по 1 единице. При этом нам маги предлагается здесь повысить на 1 единицу всего лишь. То есть это как бы не вариант. Если в прокачке она стоит мало, то здесь она тоже. Насчет этого я вообще умалчиваю. То есть размер банки не влияет на силу персонажа. Это как если у тебя много денег. Это не значит, что ты богатый. Ну, то есть, вообще-то значит. Да, зашквар. Ну, это логично. Так. Ну, смотрим, что тут есть такого. В общем, если у тебя много денег, это не значит, что ты, типа, такой успешный. Ты можешь просрать со временем все эти деньги. То есть главное, сколько ты зарабатываешь. И, собственно, вот это вот главное. А не то, сколько у тебя сбережений. Silver Armor. В общем, мне нужна срочно магическая какая-то броня. Иначе я не выдержу. Я умру. Так. Sieghide Leggings.
Да, вот эти вот штуки уже совсем устарели. Реально они устарели. Очень устарели. Что за циклейенс? 28 защита от мороза. Или Chief Legends. Плюс 5 к атаке. Но 18. Давайте эти наденем. Простите. Да, еще меньше буду лечиться. И все такое, но... Выбора особо нету. Так, уберем это. И поставим... что-то другое. Ну, потому что у тех шортиков, у них даже нет, короче, отжирания по мане. То есть мы не получаем единицы маны. Так, вот тут и было где-то... Что уже нету? А, вот. Crafted Potion, которые увеличивают защиту. Когда уже следующий уровень? Мне так хочется уровня. Вот этих гадов мы быстро убиваем. Это меня радует. Вот тут уже дядьки какие-то появились, которые будут нас пытаться кастрировать. И это мне совсем не нравится. Так. Попробуем. Я, пожалуй, их буду обходить. Мне что-то подсказывает, что они не такие уж и слабые. Ну а вот на этих чуваках можно нафармить себе поушенов и чего угодно на самом-то деле. Так, кстати, а с мобов же тоже небось что-то падает. Ой, придется нам через этого дядьку пройти. Хотя бы через одного. Так, пьем поушен. Конечно, он сейчас мизерный. Да не то, чтобы они такие сильные были. Ой, я хочу золотой сундук, интересно... Что-что в золотом сундучочке лежит? Так. Ой, больно, конечно, было. Бёрстринг! И на арену выходит Бёрстринг. 5 огненного урона, 5 такого урона и 3 такого урона. Я тебе не приказывал так делать. Во-первых, ты Spark Ring. Ну, ты, скажем так, не намного лучше. Тем более, что намного урона наносят. Vine Ring. Ну, ты чуть получше. Вот ты вообще довольно отстойное кольцо. Да. Но нам придется пожертвовать опять приходом маны. Если я решу тебя заменить на Burst Ring. Ну, ладно. Так уж и быть. И да. Да-да-да. Нам нужно вот так вот восстановить. И теперь попробовать вот это вот сохранить. Обязательно. Просто. Хотя я надеюсь не умереть все же. Здесь. Ну, Burst Ring неплохой, в принципе. Его нужно будет зачарить. Хаски трахнем без маски. Я уже это говорил, но повторю, пожалуй. Все-таки хорошее стихотворение. 145 теперь, это отстой. 145 пополнение, это отстой, конечно. Ладно, дальше. И, пожалуй, на этом мы закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.